Ожидается, что на вторые Европейские игры в Беларусь приедет минимум 30 тысяч иностранных болельщиков. Это увеличит количество машин на дорогах. Несмотря на это, а также выделение отдельных полос на проспектах для транспорта спортивного мероприятия, перекрытие улиц для проведения соревнований по велосипедным гонкам, ГАИ обещает, коллапса на дорогах не случится. Однако советует воспользоваться общественным транспортом для посещения спортивных объектов, так как с парковкой могут возникнуть трудности. Дополнительно специально организованных парковочных мест возле объектов спортивных соревнований не будет. В первую очередь будет организован приоритетный подъезд, удобный подъезд для общественного транспорта, транспорта, привозящего участников соревнований. На автомашине приехать будет можно, припарковаться будет можно, но это в пешеходной доступности. То есть будут места там, в полутора-двух километрах. То есть это будет не настолько удобно, не настолько комфортно для участников, поэтому однозначно лучше, комфортнее, быстрее будет приехать на общественном транспорте.